Дамы и господа, всем доброго времени суток. Меня зовут Иван Севастьянов. Я занимаюсь инвестициями в недвижимость уже порядка 10 лет. И мы с коллегами решили создать бесплатный курс по недвижимости, в котором поделиться нашим опытом. Весь курс будет состоять из серии небольших видео, буквально по 10-15 минут, в каждом из которых мы будем раскрывать какую-то тему. И начнем мы с такого вводного видео, которое раскроет преимущества инвестирования в недвижимость, плюсы и минусы, зачем это делать, что это дает, какие, соответственно, преимущества от этого есть. Недвижимость – это консервативный бизнес, и у инвестиций в недвижимость есть ряд плюсов. Ну, прежде всего, первый плюс – это то, что вы можете начать инвестировать с достаточно низким порогом входа, от 400-500 тысяч рублей наличных денег без использования ипотеки, потому что есть стратегии, которые позволяют это делать, которые мы в следующем видео обязательно рассмотрим. Второй плюс – это то, что ликвидные помещения, они очень быстро сдаются в аренду, даже в коронавирус, в кризис, несмотря ни на что. Третий плюс – это то, что при грамотном выборе объекта вы можете капитализировать его в 2-3 раза. То есть вы купили ниже рынка, вы купили, допустим, за 1 000 000, продали там через год за 2. То есть это тоже рост капитала, это тоже достаточно большой плюс. Следующий плюс – это то, что, опять же, при грамотном выборе объекта, этот объект ликвиден, вы можете его продать, вы можете вытащить деньги под его залог, вы можете много чего с этим объектом потом сделать. Следующий плюс – это то, что объекты недвижимости, в которые реально вкладывать деньги, которые реально находить на открытом рынке, они дают достаточно большую доходность против 4-5% в банках. Вы можете зарабатывать там, от 15-50% годовых в зависимости от тех объектов, которые вы будете выбирать, в которые вы будете вкладываться. Это, естественно, в несколько раз выше, чем ставки, которые есть сейчас в банках. Недвижимость – это консервативный бизнес, здесь в разы меньше рисков, чем в традиционном бизнесе. То есть, когда вы запускаете какой-то стартап, вероятность его реализации процентов 5-10. В недвижимости, если вы более-менее вменяемо выбираете объект, риск потерять денег – 0. Следующий плюс – то, что на развитие этого бизнеса вы можете брать деньги в банках по ставкам, ну, от 8 до 11% годовых. То есть, если под квартирой – это 8-9%, если под коммерцию – это там 10-11% годовых. Что, в принципе, очень дешево, учитывая, что можно заработать там, 15-50% годовых. И банки охотно кредитуют проекты под залог недвижимости, потому что банки понимают, что недвижимость никуда не денется. И следующий плюс – это то, что в этом бизнесе меньше людей. То есть человеческий фактор здесь не играет практически роли. То есть если даже вы занимаетесь профессиональной инвестиционной деятельностью, у вас есть какая-то команда, у вас есть управляющий, у вас есть там человек, который отвечает за какие-то технические вопросы, но все равно этих людей там 2-3 человека максимум. То есть в этом бизнесе меньше людей, и это плюс. То есть те, кто занимается бизнесом, они меня прекрасно понимают, потому что чем больше людей, тем больше проблем, как правило, в бизнесе. Какие существуют минусы? Вот. Минус в том, что придется в этом разбираться, придется вникать в эту тему, придется учиться изучать документы по объектам, делать ремонты, общаться с управляющими компаниями, общаться с обслуживающими организациями. Нужны хоть какие-то деньги на старт, то есть хотя бы там 500 000 у вас должно быть живыми деньгами, хотя мы будем в видео разбирать стратегии, как сделать вообще без денег. Если у вас будет много объектов, и вы будете сами заниматься управлением, то это будет, естественно, отнимать ваше
время. И на начальном этапе потребуется, ну, определенное количество времени, чтобы разобраться во всей этой кухне. Потому что, в принципе, все просто, но надо разобраться. Но на самом деле из практики плюсов, конечно, гораздо больше. То есть этот бизнес отнимает меньше времени, этот бизнес приносит больше денег, чем остальные бизнесы, поэтому мы им и занимаемся уже больше 10 лет. На этом в данном уроке, в принципе, все. Домашнее задание будет: заведите себе тетрадочку для работы с курсом, там 12, 48 листов, там неважно, любую тетрадочку, куда вы будете записывать какие-то мысли, где вы будете делать домашнее задание. И попробуйте прикинуть свои финансовые цели от инвестирования, на какой доход в месяц вы хотите выйти, ну хотя бы там в промежутке полгода-год. Также написать, в какие именно объекты вы хотите инвестировать. Вот, кто-то захочет инвестировать в жилую недвижимость, кто-то в коммерческую, кто-то, может быть, строительство домов. Все это мы будем детально разбирать на следующих уроках. И отчет о выполнении домашки размещайте под видео, потому что слушать теорию — это, конечно, здорово, но мы хотим сделать более практический курс, чтобы вы не просто послушали и поняли, что да, это там действительно работает, чтобы вы начали что-то делать и получили результаты, стали тоже зарабатывать деньги от недвижимости. Соответственно, если есть какие-то вопросы, пишите тоже в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, потому что этих видео будет достаточно много. С вами был Иван Севастьянов. Это полный курс о недвижимости. До встречи в следующих видео. Пока-пока.